Кемеровская область попала в список регионов, где зарегистрировали случаи заболевания корью. Всего в России в этом году в больнице с таким диагнозом поступило около 90 человек, два из них в Кузбассе. Вирусные заболевания диагностировали у туристов, побывавших в Монголии. В Роспотребнадзоре сообщили, это не вспышка инфекции, однако из-за опасности распространения болезни теперь в стране введены новые правила вакцинации. Прививать от кори будут не только детей, но и взрослых до 55 лет. В первую очередь тех, чьи профессии в зоне риска. Это медицинские работники, педагоги, работники транспортной, коммунальной сфер, социального обслуживания и те, кто работает на границе.